Хотя, знаете, это все довольно-таки логично. Особенно в интернете. Особенно, когда палишь годноту. Всегда примерно вот такое вот происходит. Тем более я это еще и стримил тогда. Я, конечно, до последнего верил, что когда давал анонс этой игры, что не будет вот такой вот хрени происходить, но я ошибался. Если я в прошлом году говорил, что все очень плохо PvP-составляющей, когда только группа Титаник, да, давала анонс этой игры, то в этом году я, пожалуй, промолчу вообще. Поэтому в этом году я старался как можно реже заходить в игру, то есть вообще практически не заходил, чтобы не нервировать там народ, который нормально там отыгрывает. Ну, потому что меня там постоянно узнавали, тоже было не очень приятно, то есть никакой РП-составляющей вообще в принципе это и не могло случиться. То есть я и сам-то не мог нормально, да, развернуться в этом плане, поэтому старался как можно меньше, реже заходить, тем более после еще того стрима я вообще думал, блин, записывать ли ночное потопление, да, в ночь 14 на 15 апреля. Все-таки решил записать, и я не говорю, вот, наверное, подумайте, вот, ты там всех там под гребенку метешь. Нет, вполне я видел, что есть люди, которые нормально отыгрывают, даже вот те люди, которые были в прошлом году от группы лайнер «Легенда Титаника», да, они вроде как то ли услышали, что ли, молитвы, то ли, не знаю, поняли, что надо хоть как-то адекватнее себя вести, и в этом плане, то есть как бы тут, я не знаю, конечно, неадекваты все равно были, да, где-то процентов, наверное, 30, но вот как раз эти 30 и портили в основном ощущение от игры, а все остальные, даже вот от моих, вот, которых я вот призвал, да, в эту игру, когда узнали от меня, да, об этой игре, вели там тоже себя очень нормально, то есть когда я там, допустим, заходил, когда я не записывал ничего, да, то есть не стримил, допустим, да, вот этот стрим великий, господи, ужасный, они, естественно, вели себя нормально, отыгрывали, но стрим, про стрим я вообще молчу. Но так, в принципе, я не мету всех, опять же, под одну гребенку, я замечал, очень многие отыгрывали, прям реально отыгрывали, прям даже было приятно сидеть, слушать, там даже поболтать с ними, с некоторыми. Поэтому очень многие, но, опять же говорю, всегда портит ощущение от игры именно вот маленькая горстка людей, которая бегает там как по кораблю, лолокает, и, ну, я думаю, вы понимаете. Так что все, кто нормально играл в эту игру в этом году, вам респектос. Ну, а остальные, ребят, ну, надо как бы, не знаю, поадекватнее, что ли, вести. Вы все-таки попали в ролеплей игру и должны как-то отыгрывать, что ли, роли, как будто бы вы очутились именно в том году и должны как-то, если вы не умеете, допустим, в такие игры играть, то лучше, как бы, говорится, не заходить, потому что там уже состоялось свое сообщество, то есть я уже, это какой-то у меня получается год, четвертый год, и два вот, допустим, первых, когда только англоязычные были, было вообще все замечательно. Потом вот этот год появился, предыдущий год, когда от группы Титаника было, я тогда еще говорил, типа, вот, как все не очень хорошо, но ну, в принципе, провели мы этот год более-менее адекватно, особенно именно в саму ночь. Мне понравилось, в принципе. И так как я редко в этом году заходил, чтобы, опять же, говорю, народ не пугать, я все-таки видел вот такие вот сообщения, что, допустим, русские постоянно там какие-то перестрелки и драки устраивали. Ну, вот опять же, те вот 30%, я не знаю, ну, скорее всего, наверное, реально их было очень мало таких, но постоянно там драки какие-то устраивали, там на народ нападали англоязычный. Ну, вы понимаете, что не очень хорошо так, конечно, себя вести в такой вот замечательной игрушке. Поэтому мы с Максимом, главой группы про Титаник ВКонтакте, договорились, что в следующем году мы не будем давать анонс этой игры. То есть я, может быть, буду записывать, но именно анонсы. То есть мы с Максимом вроде как договорились, что он анонс не будет давать в своей группе, да. И я тоже, естественно, не буду давать. То есть, ну, кто запомнит, кто вспомнит об этом, кто, как говорит, увлекается именно, не чисто там побегать там полулокоть по кораблю, а именно кто чисто увлекается, вот именно кто, титаникоман какой-то спраженный, вот как мы с Максимом, допустим, да, то они, естественно, вспомнят, понятное дело, об этой игре, зайдут и будут нормально играть, ну а все остальные отсекутся. Дэниел, создателю этой игры, я тоже, конечно же, об этом сказал, свою мысль выразил, он, конечно, говорил, что типа нет, все нормально, в принципе, все отлично, замечательно, там совсем мало неадекватов, но
я его все равно как бы убедил в этом плане, что лучше мы не будем давать анонс в следующем году об этой игре. Поэтому, Daniel, sorry, we spoiled the game. Мой English is the best. Google переводчик. Ну ладно, мы здесь собрались не для того, чтобы слушать, как я тут возмущаюсь. Вы, в принципе, можете в комментариях написать, как именно вы отыгрывали свою роль, за кого вы там играли. Можете ник написать и именно как вы встретили эту роковую ночь, как вы погибли или спаслись. Мне будет интересно это прочитать, тем более я думаю, что достаточно людей это, в принципе, посмотрит, так что это сохранится для истории. Ну а я еще раз извиняюсь перед всеми, кто нормально отыгрывал. Sorry перед англоязычными, да, тоже коллегами, можно так сказать, пассажирами. Так что в следующем году должно быть полегче, я думаю, намного легче. Ну все, ладно, приступаем к ночи, к роковой ночи 14 на 15 апреля на Титанике. Ну и уже по такой небольшой традиции я зашел в игру, когда спокойной и размеренной жизни на Титанике осталось 10 минут. Сам же я в этот раз постараюсь поменьше вырезать, чтобы вы насладились, как говорится, атмосферой. В этом году из-за вот таких вот обстоятельств я, можно сказать, практически не отыгрывал ролеплей. В основном моя задача была это поснимать именно, что происходит на корабле, что именно затапливается, какие интерьеры. Также я забыл сказать, что вы можете по ссылке в описании, там с тайм-кода начнется, посмотреть стрим по Титаник Вояжу. Там можете на чат особо внимания не обращать, просто посмотреть, как именно выглядит корабль в разных помещениях. А там даже, по-моему, да не по-моему, я там и выполнил этот квест, который дается здесь единственный, так что можете, в принципе, посмотреть. Я вот буду так вот время от времени встревать, типа рассказывать, что происходило, но в основном хочу вас окунуть в эту атмосферу. И вот мы видели сейчас, допустим, сообщение, там написали, типа, пожалуйста, хотя бы в эту ночь постарайтесь более-менее по РП отыгрывать. Ну а так как я был не готов ко всему этому, и на корабле я, то есть я все это время не заходил, поэтому, ну, чуть-чуть мы там в этом году понаркоманили в курилке. Я там, ну, вы видите, короче, было, в принципе, весело и забавно, но это не то, как я привык вести себя на этом корабле, поэтому в следующем году, когда будет поменьше игроков, все будет замечательно. Ну и так как я уже раза три спасался, то есть все первые три раза я только и делал, что спасался, то есть три года подряд, поэтому в этом году я решил железно остаться на корабле и уйти с кораблем практически вместе на дно. Ладно, не буду больше сейчас пока встревать. Наслаждайтесь, приятного просмотра. Ну вот, меня уже ждали и узнали. Да.
Ну и вот. Ну и моя уже старая добрая традиция. Повторение, как говорится, из года в год одного и того же. День сурка прям.
Я заметил, что один очень добрый подписчик скинул мне дофигища денег. Потом там еще один подключится, и я стану вторым богатейшим человеком на корабле. Спасибо, конечно, но зачем? Деньги теперь здесь не нужны никому. Thank you.
12 часов ночи. Кораблю осталось жить 2 часа 20 минут.
возвращаетесь. Старое знакомое не узнаете?
Thank you.
нажрался до такой степени, что заснул в туалете. Решил проверить Лайтоллера, который руководил спуском шлюпок на левом борту, сажает ли он мужчин. Но что-то как-то он мне не ответил. Походу, большинство за исторических персонажей играли, видимо, русскоязычные. По поводу Мердока вообще тоже говорили, что он вообще не отыгрывал свою роль, вообще куда-то делся. Скорее всего, да, наверное, русскоязычный играл. Хрен поймешь, я до сих пор не знаю точно. Но Лайтоллер отыгрывал, правда, на него постоянно там жаловались, что он, естественно, никого там вроде как не пускал, там отталкивал, но это, в принципе, так он и должен делать по-историчному, по РП. Он мужчин в шлюпку не пускал. А вот Мердок как раз этим и занимался, то есть он больше всех всего спас, ну и погиб, к сожалению, и он не застрелился уже... Сам Кэмерон, я уже много раз об этом говорил, опроверг это. Но на этот раз Лайтоллер отыгрывал роль, поэтому, естественно, вы все возненавидели. А вот куда делся Мердок, хрен его поймешь. Куда-то он пропал. Зато будет интересно тоже там вот с капитаном под конец увидеть потом тоже. Он там по РПшке отыграл неплохо. Как же меня всегда радует этот музончик. Корабль тонет, и тот оркестр играет. Ой. Блин. Thank you.
Ну что ж, господа, шотландскую дорогу уже потихонечку начинает затапливать. Из-за этого, естественно, образовался еще больше крен на левый борт. Все-таки хочу вспомнить этот прикол, типа анекдот, что всегда было заполнено, типа на Титанике, да, и заполнено до сих пор. Это бассейн! Вот и первые ракеты пошли. Но бак с водой после ракет остался до сих пор. Классика.
Ушлый сэр Хиггс мог в четвертый раз спастись. Но не в этом году. Не в этом году. Мне отделяло все лишь один клик от того, чтобы спастись. Сэр Хиггс. Не садись. Не садись. Останься. Останься, сэр Хиггс. Пьяный ролеплей в действии. Ну, в действительности я, конечно, сидел не пил, энергетик был, но я решил отыграть в этом году полного алкаша, который... Ну, как этот повар, забыл пекарь, который до последнего оставался на корабле и на перевернутой складной шлюпке спасся. И долго в воде находился из-за того, что он был пьян. В принципе, вы потом, не буду спойлерить, но... В общем, алкоголь очень сильно влияет. Да, не буду спойлерить, просто смотрите дальше.
старый добрый баг из года в год никогда не меняется и не исправляется. Люблю его. Мог и второй раз спастись. Был такой момент. Брюс Исмой тоже, блин, какой-то молчаливый попался. Чё-то как-то странно себя основные персонажи в некоторых местах вели. Thank you.
Этот год одна сплошная наркомания. Thank you.
третий и последний раз я мог спастись. Дальше уже я не стал уже по шлюпочным палубам гулять, уже было неинтересно. Три раза мог уже спастись. Три раза. Осталось только кликнуть мышкой.
Я в первый раз подумал, что я там до чертиков допился, и типа скоро у меня он сдохнет от переизбытка алкоголя, но на самом деле это... Это свет мигает так на корабле.
Видимо. Это наркоманский ролеплей. О боже. Я по-другому бы, конечно, тут бы отыграл, то по-нормальному, но атмосфера такая, что... Хорош, хорош. Но ролеплей все равно проебан. Но весело. А, извиняюсь, что забыл после этого микрофон вырубить, поэтому будете слышать вот это. Когда шлюпок уже практически не осталось, появился вариант сброситься. Вроде это как новинка в этом году. То есть теперь можно выкинуть себя за борт и типа попытаться доплыть до шлюпок. Thank you.
Ну и вот тут самый момент, когда капитан Смит прям по ролеплею отыграл, когда шлюпок уже практически не осталось, остались только складные. Неплохо отыграл там роль, можете прочитать. Прям ролеплей, ролеплей. Thank you.
Ну и шлюпочную палубу начинает уже затапливать. Скоро начнется весь экшон. Вся трагедия. Тут, как назло, у меня прям капитально залагала игра, и поэтому я где-то пропустил минут 5 геймплея, но не бойтесь, самое важное, вы не пропустите. Но, к сожалению, конечно, не увидел, как затапливается парадная лестница. Тут у меня даже бомбануло чутка. Чутка совсем. Угу. Да ёб твою мать-то. Советую вам сейчас сделать потише. 3, 2, 1. Ты
опять все зависло, но не волнуйтесь, не волнуйтесь. Так, пока я это все тут буду чинить, хочу в очередной раз похвалить Дэниела, похвалить за то, что он сделал затопление, да, разлом 2012 года, версии Кэмерона, новая, которая кроссовчик вообще. Ну, начинается самый кшовый момент. Thank you.
Как же этот момент пробирал до мурашек, вы даже не представляете. Реалистично, хотя казалось бы, да? Текстовой, типа, да, РПГ, ну, с изображениями, да, тонущего лайнера, но до мурашек просто, до мурашек. Аж мурашки, блин, по коже. Ну вот, потихонечку смолкают крики, и благодаря тому, что я выпил много алкоголя, держусь, пока держусь.
Также с нами в воде последний из выживших оказался и Дэниел, разработчик игры. Thank you.
Вот и смерть пришла. Ужасный на самом деле смерть. Замерзнуть в ледяной воде. Лучше бы я внутри корабля бы остался. You rest in peace. Ну вот и все. Что могу сказать? Если, конечно, в начале там, да, путешествия были какие-то там жалобы, да, постоянно, что там какие-то бандюганы бегают, но я их не встречал, поэтому я не могу сказать. Но как я и говорил уже в начале, что всегда, естественно, находится там какие-нибудь 30%, да, из общего числа нормальных отыгрывающих людей, которые... играют нормально в эту игру, то есть отыгрывают параллиплей или стараются это и делать, да. Ну и всегда, естественно, остаются те, которые, ну, будут бегать там его локоть по корабле. Но, в принципе, сама ночь мне очень понравилась, как она прошла. Я, конечно, сам в курилке там сидел, наркоманил, но потому что у меня настрой был такой, я вообще даже не хотел это записывать, то есть... вообще хотел просто спать, лечь. То есть я дико спать, естественно, хотел. Я просто лечь спать хотел и не записывать, потому что я, наверное, представлял, что будет так же, как и на стриме эта вся херня творится. Поэтому не было такого настроя прям seriously отыгрывать ПРПшки. Но мне все равно понравилось. Было приятно посидеть с людьми там в курилке, пообщаться, поспорить, побуянить, побухать. И все в таком духе. В общем, мне очень понравилось. Наконец-таки я увидел, как выглядит именно само затопление, да, то есть полностью, а не то, что как я 3 раза спасался, да, постоянно. В общем, еще раз говорю, Дэниел красавчик, постарался в этом году, реализовал новую систему, что можно выпрыгнуть теперь за борт, когда шлюпок нету. Да и вообще вот эта самая система мне понравилась, так как он там скриншоты тоже вот интерьеры наделал, да, сделал. То есть если вы можете посмотреть, вот ссылочка опять будет в описании, прошлый год, да, как это выглядело в прошлом году. Но там, правда, я, конечно, спасся очень быстро, но все равно примерно, да, посмотреть, как это выглядело. Ну и стрим тоже глянуть, как там. Интерьер, вот это все то. В общем, намного лучше все. Все просто охренительно сделал. Мне очень понравилось. И молодцы ребята, которые отыгрывали роль. Я совсем мало встречал, прям ну совсем уж неадекватов, которые ну совсем ПРПшки там. Ладно, я там в эту ночь отыгрывал пьяницу. Ну, я хотя бы отыгрывал пьяницу, а то встречались постоянно. На стриме, да, помните, люди, которые там... Дуб-капитан. Ну, Дуб-капитан никаких претензий не имеет. Кстати, напиши, Дуб-капитан, ты вообще спасся или не спасся? Мне интересно. Даже как бы такая небольшая РПшка тоже, типа, если ты не спасся, значит, ты не станешь великим Дуб-капитаном, да. Ну вот... Что я еще хотел сказать-то? Пишите свои истории в комментариях обязательно, как вы отыгрывали, что вы делали в последнюю ночь, спаслись ли или не спаслись, встречали вы меня там, допустим, или не встречали, тоже пишите, будет интересно почитать. Ну и, ребята, как я уже и говорил, опять же, ранее в начале... В следующем году я не буду делать анонс об этой игре. То есть, кто вспомнит, тот и вспомнит. Видосик я, естественно, запишу. Но говорить об этой игре я, пожалуй, больше не буду. Также с Дэйном мы все-таки договорились. С Максимом тоже. Головарем группы Титаника тоже договорились в этом плане. Так что в следующем году будет... Надеюсь, все-таки отсеется, ну, те, которые, ну, вот, творили, конечно, полную дичь на корабле. Я опять же говорю, их было мало, но они все равно были, естественно. Останутся только вот такие вот пораженные, да, титани-команды, которые будут играть из года в год в эту замечательную игру. Замечательную просто игру. Мне реально понравилось в этом году. Прям огромное впечатление получил. Все вот эти звуки столкновения с айсбергом, да, ваши дмуражек, и вот это вот последние секунды, как говорится, минуты жизни корабля тоже. Просто
13 даже из 10. О боже, 14, 15, все 20 из 10. Ладно, надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Извиняюсь, что оно было, наверное, для кого-то долгим слишком. Сколько получается? У нас тут 2 часа, там 50 минут с чем-то, да? Но лучше оставлять именно весь геймплей, потому что я помню, мне год назад писали, типа, вот какого хрена ты столько много промотал. Неинтересно было смотреть. Каждый сам, в принципе, может взять и промотать неинтересный для себя момент, поэтому я решил по минимуму вырезать. То есть я даже не вырезаю, я просто все проматываю и все. То есть ускоренная перемотка, но я думаю, вы уже заметили. В общем, все. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем году. Я думаю, мы увидимся в следующем году. И надеюсь. Все у нас в ПРПшке будет замечательно. Все, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующем году.